Привет, ребята, с вами я, Айскан, и сегодня мы будем играть в Roblox, в карту Don't Scale at 3 a.m. И сегодня мы будем в эту, точнее, игру играть. Я надеюсь, вам понравится это видео. В прошлом видео еще раз уточняю то, что если вы наберете хотя бы 5 лайков, то я сделаю вторую часть, как я играю в Evade. Просто так говорю. Ну, давайте начнем. То же самое с этой игрой. Если вы наберете под этим видео 5 лайков, то я сделаю вторую часть про эту карту в Роблоксе. Обязательно перед началом ролика подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии закрой, как всегда. Ну ладно. Ну, погнали играть. Приятного просмотра. Так, что я вижу у нас? Смотрите, у нас есть The Rock, то есть Скала Джонсон, Спанч Блеб. Ладно, синий. F. Ну, вообще я видел летсплей по этой карте, так что я не удивлен. Но эта игра очень офигенная, потому что просто ты звонишь человеку, там какому-то персонажу, и там прям видно, что он делает, и можно его фоткать. Так что это офигенная игра. Ну и также там надо донатить какому-то либо персонажу, чтобы ты хочешь позвонить или с ним пообщаться, либо же ты должен разблокировать какой-то код. Так что я через это все пройду, не бойтесь. Так, давайте напишем, ну, урок, надо его разработать за какие-то там, не помню, что сейчас, за, что? Тудус? А, ну да, тудус. А могу ли я пообщаться со Спанчблем? Нет. Но могу пообщаться с Синим. Давайте напишем ему. Привет. Что он ответит? Это Бен? Это что, Бен? На фото Бен. Красиво. Реально красиво выглядит. Ну, сегодня. Что он ответил? Что ты печатаешь? Опять фото? Ну, допустим, и чё? Что он отправляет? Что за фигня он отправляет он мне? Это стрёмно. Нет фото от самих ног. Вы только посмотрите, господи. Ладно. Это, допустим, это превью будет. Что такое? Чего так фото отправляется? Это вообще нечестно. Не страшно. Что установить? Что остановить? Что там печатает? Ты мой друг. Я одинокий. Брат. Безумно может нам быть первым. Что я несу, господи? Уходи. Ото шоу. Легендарная фраза Ивангая. Ну-ка, что ты ответишь мне? Что ты ответишь мне, маленький ты синий человечек? Го чая попьем. Что ты мне ответишь? Что ты мне ответишь? Маленький ты синий мой мозг. Что я отвечу? Что я тебе отвечу? Я отвечу, я просто отвечу слова из Жужу. I'm stronger, I'm smarter. Ты отвечу на это.
Маленький ты говнюк синий. Комок шерсти. Ну, подари мне не эти игрушки. Вообще, это, по идее, интеллектуальный разум. Ну, как это? Ну, это просто типа бот. Да зачем ты мне вот это отправляешь? Иди в джопу. Ну что ты ответишь? Что ты не ответишь? Ничего, значит, игнорь. Понятно, что в синем. Давайте ему тогда позволим. Ответь. Ответь ты мне. Пожалуйста. Ответь. Ответь ты мне. Надо его соскать. Зачем? Иди сюда. Чё пугаешь? Ладно, давайте я тогда пообщаюсь с буквой F. Что ты мне ответишь? Что ты мне ответишь? Монеты буква F. Привет. Давай. Я надеюсь, не буква F, а как у всех. Ну, просто... Ну, F. Я не помню, что это обозначает по-английски. Я не помню, что это обозначает. Говори на... Да блин. На русском. Говори на русском. Пошла ты. Опять игнор. Молчишь? Ну молчи. Молча. Какую можно кличку? Молч. Ладно. Молчишь, ну молчи. Сезон мне ничего не ответит. Это буква F, как и синяя. Давайте позвоним ей. Что ты мне ответишь? Давай, отвечай. Отвечай. Если ты не ответишь, значит, ты реально игнорщица. Ну, где ты? Я тебя сфоткал. Я ж тебя вижу. Где ты? А где она? Ох, ема! Что? Я зачем она такая ехала? Что она делала? Или он делал? Решили было похоже. Так, ладно, давайте напишем стройному человеку. Привет, пупс. Как делишки? Тогда отвечай. Это стройному человеку. Ну, точнее, Спайдермену. Ну, игнорщик ты тоже. Алло. Что-то что-то пишет. Let's go, качок. Пошли, качок, да, возьми. Куда? В кроватку? Что? Это кто такой? Или что такое? С маленьки можно открыть? Ну, с маленьки можно открыть. Так, Стря... Щеня... Блин. Да блин! Тупой ты. Обосрялся. Подвал. Ты... Что?
Что? Блин. Где? Да блин, ты тупой, что ли? Держишь детей в подвале. Почему я так медленно пишу? Я же обычно быстро пишу. Мне просто, наверное, неудобно. Тут ты задолбал. И поэтому мы ему позвоним. Поехали. Только вот почему-то у меня просто все в атаке поменялись черными. Я не понял. Вот сейчас вообще белые. Надеюсь, меня хорошо было слышно. Я надеюсь, меня было хорошо слышно, потому что... Дима, капюшон высокий, стёмный. А где звук? Я надеюсь, мне хорошо было слышно до этого, потому что я когда увидел, что у меня такой громкий звук, ну то есть, ну я вообще не слышу звук, но просто у меня на максимальной громкости почти стоял. А если на максимальной, то мне вообще не слышно. И просто игра капец громкая. Давайте, не знаю, кому же напишем. Амогус, можно? Ну Шрек угодно написать. А почему Амогус нельзя? То есть я как понял, теперь можно только звонить. То есть просто звонить и все? Нет, подождите. Я... Так, стоп. Ага. Ну, написать. А, ну да, я писать могу. Почему я некоторым не могу? Короче, позвонил я Слендермену. Угу. Давайте напишем... Блин, ну, кому написать? Давайте напишем опять Блю. У меня только переписка не сохранилась. Я надеюсь, мне вспомню. Привет. И еще раз. Что ты мне ответишь? Опять фото отправишь? Ты серьезно? Маленький ты синий чувак. Что ты мне ответишь? Игнорщик. Значит, знаешь что? Ладно. Что написать? А что написать? Иди... В попи. Ладно. Ладно, я какую-то фигуру хотел написать. Фигню какую-то хотел написать. Ладно. Понятно, он игнорщик. Напишем. Так, спанч блемп нельзя. А кому можно позвонить? Блин, хаги. Нет, они с донатом, по идее. Ребята, короче, я сейчас попробую найти конт. Вы поняли меня. Так, короче, в общем, я нашел код довольно быстро. Если что, вот код AmSoHungry. Ну, вроде вот такой. А, все. Окей. Так, давай напишем просто. Да блин, быстрее, привет. Ты игнорщик? Да не игнорщик, я говорю. Ну, вот такая нормальная, кстати, такая. Значит, он игнорщик. Я понял тебя. Звоним. Давай. Что ты мне ответишь, маленький ты игнорщик? Ответил. Давайте тебе сфоткаю, ты такой красивый. Только у тебя лица даже нет, у тебя глаз, ни рта, ни носа, ничего нет, даже волос нет. Что, ты хотел меня напугать, что ли? Че? В общем, я сделал звук побольше. Потому что вообще что-нибудь слышите? Мне вообще там звук как-то пропал.
Ну, конечно, нормально пообщаться. Щего? Чем молчишь? Итак, что я хотел сказать? Шерк. Может, Ашер, подожди. О, наконец-то хоть некоторые аватарки появились. Так, подождите. Угу, так, блин, аж... Надо подвести. Я надеюсь, а может, после этого не будет игрушкам? Привет. Ответь мне. Если любишь маму. Ну-ка. Не, я конечно, все понимаю, но надо таким случаем звонить. Он не ценит свою святую маму. Выезжаем. Блин. Что я? Что? Почему я такой упортил лицо? Реально. Не смешно стало с его лица. Это не кошмар, это цирк, реально. Ну и где его лицо, блин, что-то? Ой, привет, я шутку тебе. Это вообще не страшно, блин. Ну давай. Хорошо, я напишу ему на английском. Hi. Блин, да... Hi. Так, Бен тоже, кажется, платный, да. А чё, Хаги тоже нельзя написать своему мужу, что ли? Мамочки тоже нельзя написать. А кому? Давай я хотя бы напишу этому. Напишу Сандермену. Ты чё? Мне больше вообще. Hi. My friend. What's up? Как дела? Йо. Что? Чем мне все игноры? Давай, короче, давайте позвоним всем, кому мне сейчас разблокированы. Только, блин, да вы ж так, а мой могу? А мы что мне туда? Сколько у меня? Не 4, то да, вы что, серьезно? И сколько я так должен играть по-вашему? Ладно, давайте посмотрим то, что у меня есть. Все мои разблокированные персонажи. Ну, отвечай. Где он? Я не вижу. Ну? Тебе меня не испугать. Ты понимаешь, ты маленький синий человечек. Иди к своему... И вообще, Poppy Playtime, тебе тут не место в Роблоксе, пожалуйста. Со своими зелеными, красными, не знаю, какими-то... оранжевыми друзьями тебе не место. А что это было, блин? Давайте F, буквы F позвоню, что-то мы давно с ним не общались. Мне, короче... Я настолько одинок, что со мной никто общаться не хочет, что ли? О, а. И... Н. И... Фоткать надо? Ну, фотку. Или F надо фоткать? Кого надо фоткать, скажите мне? Ну, где буква F, простите? Сейчас скример должен был быть. Господи, я ничего не понимаю. А где все? Это, ну ладно, я уже сфоткаю. Я просто не понимаю, что это за черточка такая. Че это такое? Ну, сфоткаю.
Мне что-то дали. Так, давайте посмотрим, что нормально. Понятно. Мне вообще никто не отвечает, даже буква F, ни синего не увидел, никого. Хотя бы все нормально, я же первый раз тебя увидел. Понятно. Разочаровали меня. Ну хотя бы Макдональдс. Клон. No answer. Не соединение. Конечно, у всех выпуск посчастливый, но у меня нет. Давайте лучше на этом заканчивать. Мне кажется, эта часть вам не понравилась. Если вы набираете три лайка, я сделаю вторую часть. Don't call at 3 a.m. Не звони 3 часа ночи. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Желаю всем удачи. Всем пока. Как мне вообще смотрится?